Новый творческий год. Театр Сакина Сейфуллина открыл свой 83-й сезон. Постановка «Айман Шолпан» уже стала визитной карточкой нашего Каздрама. Именно эту музыкальную комедию каждый раз показывают на главных праздниках театра. Антон Александров расскажет подробности. Шестой год этой постановкой открывают и закрывают театральные сезоны в Сейфуллино. Музыкальная комедия «Айман Шолпан» стала визитной карточкой Каздрама. Ее демонстрировали президенту страны на открытии самого театра. Теперь же ею удивляют даже жителей других стран. Для нашего коллектива открытие театрального сезона – большой праздник. У нас запланированы большие гастроли. В этом году поедем на фестиваль. При каждой встрече со зрителем, неважно где, мы показываем культуру казахского народа. Уже в это воскресенье театр Сейфуллина будет представлять наш регион на международном фестивале в Казани. Показать себя в Татарстан приедут национальные театры со всего мира. Там каждый будет представлять лучшие классические постановки. Сейфуллинцы повезут спектакль «Каракос» по произведению Мухтара Уэзова. Планов у нас очень много. После фестиваля мы сразу поедем в Алматы. Там будут небольшие гастроли, покажем 5 постановок. В октябре мы будем в шахтерской столице. К нам в Караганду приедут гости из России. Молодое поколение актеров обучать будет режиссер из Москвы. Пока его имя держится в секрете, однако по завершению на сцене Сейфуллина зритель увидит новую постановку. Вообще же 83-й театральный сезон «Каздрама» добавит в репертуар одну комедию, постановку по пьесе «Енлик Кебек» и несколько детских спектаклей. Антон Александров, Виталий Силин, Артем Ковалев, 5 канал.